Я вечно опаздываю, куда бы ни шел. Часы на 10 минут перевел. Вперед, чтобы вовремя быть, но опять не удается стрелки сверять. И снова по кругу пытаюсь спешить. Слова извинений потом приносить за то, что заставил себя долго ждать. Хронически сложно все успевать. Как же замедлить времени ход? Может, вести за ним строгий учет? Его в ожидании с лихвой хватает, а в суете всегда убегает. Попробуй расставить приоритеты, чтобы завтра выиграть все эстафеты, стоит планировать время серьезно. Требовать много от себя невозможно. Иначе не хватит свободной субботы на что-то другое, кроме работы. Не можешь – не делай, не хочешь – не стоит. Устал отдыхать – пусть не беспокоит. Всегда выбирай себя и не смей вычеркивать сон из обязанностей. Не дари время тем, кто никогда не может найти его на тебя. Учись тратить деньги на впечатления, на путешествия, увлечения. Пробуй, смотри, изучай, твори. Не смей мечты держать заперти. Сколько успеешь – все воплоти, чтобы счастливым к финалу пути быть благодарным за эти часы.